где нет у нас шапки и шарфы. Сток. 5 шапочек в наборе. Бенч фирма. Без подклада. Это у нас с подкладом. Это без подклада. Это с теплым очень флисовым подкладом. И это тоже с подкладом. Такие шапки. Квадратный шелковый платок. Такой платочек. Такой. На сеточку. Такой черный. И легонький. Переходим к более плотным, теплым шарфом. Набор шарф с шапкой. 2 штуки. Эта шапка побольше, это поменьше. Итак, вот такой шарф. Такой палантин накинуть можно под любой наряд. Такой палантин. Да, легкий. Вот такая вот у него ткань прозрачненькая. Так. Тоже в дырочку. Вот такой. Довольно-таки длинные все. Это у нас круглый. Заделано. Так. Теплый. Еще один круглый шарф под пальто. Отлично. Теплый, будет защищать от морозов. Такой шарфик. Вот такой хлопковый. Он тоже круглый. Крупный вязкий шарф. Да. Такой. Так. Тоже крупная вязка. Но он уже плотный, теплый на зиму. Это флисовый, леопардовый, так, легкий, хлопковый, длинный довольно-таки, большой. И последний шарф, вот такой, двусторонний, можно его так носить, будет серенький у вас шарф, можно вот так. Это были шарфы и шапки Сток. Спасибо за внимание.